Добрый день, с вами Георгиевская Татьяна. Рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Как и обещала вам небольшую экскурсию по старому городу, в городе Родос. И сейчас мы входим. Это не центральные ворота. Здесь очень много входов. И один из входов, это рядом с портом находится. Просто здесь меньше туристов, поэтому мы через него войдем. И немножко покажу, как он выглядит. На самом деле это исторический центр Родоса, очень красивый. Действительно, когда входишь, попадаешь в средневековье. Сейчас убедитесь в этом сами. Пойдемте. Посмотрите, пожалуйста, сразу же при входе, сразу же видим как раз-таки ту самую гальку, крупную гальку, из которой сделана дорога, услана, по которой ходили на лошадях, ездили рыцари в средневековье. Вот, так, вот такие вот древние стены. Прикасаешься к самой истории. Посмотрите, вот такой вот въезд. Галька примерно намного больше, нежели я показывала в предыдущем видео, когда там мелкая галька 2 сантиметра была. Здесь она уже сантиметров 8-10 в некоторых местах. И посмотрите, пожалуйста, как она располагается. Ее укладывали точно так же, ставили на ребро. И еще есть тоже некоторый рисунок. Так как это одна из главных дорог, то небольшой рисунок все-таки есть просто из гальки одного цвета. Сейчас я выйду вот сюда, посмотрите. Должен быть видно рисунок. Небольшой есть рисунок. Не цветной, он обычный. Ну, зависит от того, как укладываете. То есть даже из простой гальки, из одного цвета, можно выложить тоже рисунок. Можно сделать, сфантазировать какой-либо рисунок. Здесь вот очень простой. Там в форме креста, вот здесь вот чуть пониже, в форме креста сделано. И чуть повыше, это как... Как звездочка какая-то вот сделана. Надеюсь, что вам очень красиво. И архитектура сейчас покажу. Здесь в основном, конечно, располагаются по той дороге, по которой мы сейчас пойдем, уже сувенирные лавки. Вот если вам видно будет, сейчас мы пойдем вот туда вверх. Туда вверх по одной из дорог. Здесь уже положена каменная плитка из натурального камня. Плитка обыкновенная из натурального камня. Мы немножко свернули. Мы свернули с общей главной дороги и хотим посмотреть, что там вверху. Есть ли вход-выход? Идем без карты наугад. И также, видите, обращаю внимание на гальку, которая с 16 века здесь лежит, ей ничего не делается. Но здесь уже двух цветов. Рисунок не подобран, какой есть, такой есть. И она такая пятнистая дорожка смотрится. Вот так вот покажу. Смотрится так вот так пониже вам, чтобы было видно. Вот. Встречается и серая, темно-серая, черная, белая, вся в перемешку. Особо я рисунка здесь не вижу никакого, чтобы выдержано было. Просто практично.
А еще мы нашли место, где была сделана реконструкция этой дорожки. Сразу можно отличить, где вымощено в 16... Ну, не то чтобы сразу можно отличить, но все равно, если присмотреться, видна разница. Где с 16 века и где новое. Здесь вот, вот здесь кусочком положена новая свежая галька. А вот видите, вот так вот прямо видно, что она такая свеженькая. Вот здесь уже старая, притертая, прям затертая. Вот ее видно, как ходили. А вот здесь вот новенькая, свеженькая, гладенькая. Видите, как она сверху так немножко, сверху немножко так затертая. Вот она старая. Здесь кусочек это реконструированная. Галька уже доложена недавно, я так думаю.